Джой, коты. Асока, русский трейлер, дубляж 4К. Выпустили недавно на этом. На, как же его, на специальном конвенте, посвященному Звездным войнам. Там еще был трейлер Акалита, я так понял. Но его не показали широкой публике, только там что слили. Изображение я так не буду смотреть его. Только когда полноценный выйдет. Ой, блин, еще не выздоровел до конца. Что-то у меня простуда или грипп сезонная, какая-то херня. Вот. Поехали. Я уже устал болеть, пиздец как. Что-то грядет. Да, траун грядет. Что-то темное. Еще темнее. Опа. Я чувствую это. Это новое начало. Для одних война. Для других. О, это наверняка из этих, как его, повстанцев. Персонажи, потому что я видел разбор 9-го эпизода немного там. И то, что вот этот корабль, этой Твилечки. Для одних война. Вот этот корабль Твилечки, типа, нам заметили на заднем плане, или какой, или вон тот, я хуй знает. Короче. Для других? Да. Власть. Поехали, поехали. Давно не виделись. Все изменилось. Начали ходить слухи о возвращении Трауна. Как наследника империи. Нужно готовиться к худшему. Джедаи пали давным-давно. О-хо-хо, какой дед. Прикольный. Наверняка те, кто смотрел повстанцев там и что еще, клонические войны, сейчас писаются. Блин, ну и когда-нибудь я тоже посмотрю, будет у меня это на бусте. Сейчас я там смотрю Мандалорца, как могу. Три серии посмотрел, еще три осталось из вышедших. Тяжело. Просто еще не до конца выздоровел. Я уже намного лучше, конечно, но я устал. Болеть, спать. Температуры отходить. Но кто-то выжил. Возможно, пришло время начать все сначала. Смотрите в озвучке Flaro Films. Ну, отлично, отлично. Ситхи, джедаи. Те, кто между ними. Республика. Осколки империи. Видимо, Асока остановит Трауна. И не даст ему, так сказать, что-то там прийти к власти. Как наследника империи. И поэтому мы перейдем к седьмому, восьмому, девятому эпизодам Звездных войн. Вот. Ладненько. Всем спасибо за внимание. Всем пока.